Алло, наш вашим, господа товарищи комрады. Мое почтение. Это Георгий, учебный канал Ретро Ява. Вот, смотрите. Очередной шедевр, очередной проект. 634-7, семера, 82 года. 100% реставрация со всеми возможными авторскими и уникальными доработками. 100%. Все под ключ. По дороге еще не ехала. Абсолютно не ехала по дороге. Двигатель протестирован на стенде. Все 100 километров на стенде. Но сам мотоцикл по дороге еще не ехал. Сейчас я хочу пройти на нем техосмотр. Поеду. И, может быть, проеду километров 100-150. Снимаю в гараже, потому что на улице очень жарко. Ну, там градусов 30. Для езды хорошо, но снимать видео на солнечной погоде тоже очень сложно. Точно так же сложно, как в снег, так и в дождь, и в ветер. Вот, 100% реставрация, но тут очень дорогая игрушка. Очень дорогая игрушка. Ну, сейчас я сниму камеру, ну и попытаюсь рассказать, показать, что да как. Работаем дальше. Продолжу по двигателю. Ну, двигатель, как говорится, под корень. Предположительно, на 80% заменены детали. Вот, коленвал 100%, литая опора. Кулиса новая, вилочки новые, ось, четвертая передача новая. Диски сцепления новые. Успокоитель цепи установлен, цепь новая. Вейп 14 вольт, поршня, шлифонные цилиндры с полной профилактикой, посажены головки на 0,5 мм. Ну, что там еще? На карбюраторе дроссель новый я установил, втулку с кантиком, как обычно. Ну, здесь доработано два сальника еще, сальник и колечко. Вот. Кик новый. Гаечка вот эта вот уникальная. Семерочка, нержавейка точная. Привод тахометра новый. Ну, коленвал я уже говорил, 100%. Ну так, классно получилось. Классно. Двигатель я протестировал уже на стенде. Полуавтомат реставрированный. Ведущая звезда на 17. Новое. Все сальники, подшипники. Ну, подшипники, конечно, японские. Коленвал от Шайбоуна, коробка от Шайбоуна, от шлифона от Шайбоуна. Ну, вся полная процедура. Синхронизация цилиндров подогнана. Вот тут такие вот гаечки на коленях. Под ключ установлены. Колени новые. Глушители новые. Глушитель пришлось дорабатывать. Внутрянка звенела. Я как завел, там внутрянка начала звенеть. Ну, вот все, пришлось глушители разбирать, снимать и сваривать. Все сварил, поставил, ну, совсем другое дело. Вот. Что там еще? Ну, дроссель новый, я уже говорил. Свечи новые, поршня второй ремонт. Прокладки, ну, как обычно тут. Как говорится, рутина. Все под ключ, все работает. Вот рама. Рама подваривалась, пескоструилась, красилась. Ну, мотоцикл весь красился, тут видно. Красный цвет RAL 3020. Серый цвет 70-40 по RAL. Передняя вилка реставрирована, полностью все перехромировано. Тоже цинковых деталей нету, кроме спиц. Только спицы заводские, цинковые, все остальное хром. Все перехромировано. Вот, вилка реставрирована, полностью под ключ. Установлены конусные подшипники на раму. Ну, с этими шайбами. Шайбы я уже сейчас хромирую.
Вот новая инсталляция полностью. Сиденье новое. Дуги хром, что задние, что передние. Поворотники новые. Поворотники новые и тоже хромировались кронштейны. Вот. Гофра новая. Цепь новая. Вот тут видно, тоже все хромировалось. Стаканы добавил хромированные. Ну, положена пластмасса, но я хромировал. Тормозная педаль тоже хромированная. Тут даже вот это крепление бака, даже большая шайба тоже хромированная. Ну, вот этот хром на баке тоже хромирован. Ну, вот это вот шильдик на бардачке алюминиевый. Не алюминиевый, а силумин. Силумин тоже. Искоструил, полировал циферки, шлифовал циферки. Задний маятник доработанный на принудительную смазку. Вот реставрация спидометра, тахометра, тоже все под ключ. 4 километра тестовых только. Панелька новая. Все крепления по панельке новые. Пульты тоже новые. Что левой резинки. Оба пульта новый, руль новый. Рычаги сцепления тормоза на УЕ. Фара новая, 640-я. Реставрация сигнала. Тоже хромированный. Ну вот зеркало я поставил старушачье. Ну, очень неплохо смотрится. Что-то как-то вот мне захотелось старушачье установить. Очень даже ничего. Хотя почему старушачье можно ставить на любой мотоцикл. Просто они изначально у меня устанавливались на старуху. Да, очень цивильно, красиво. Крышка тоже хромированная. Даже пробки вот эти вот на вилке. Тоже хром. Прикурка установлена. Ну, тут все детальки хромированные тоже. Все на хроме. Это все хром. Ступица тормозная красилась порошком. Именно порошком. Диски новые, барабаны полированные, покрышка новая, камера новая. Вот переднее крыло новое. Новое переднее крыло абсолютно новое. Все тросы новые, замочки новые. На руль и на сидуху. Новенькие. Вот. Ну, вот все вот эти вот ножки, все это, крубль новый, вот это все хромировано, вот видите, тут все хромировано, ну, задние детальки тоже все хромировано, нержавейка пластина под номер, вилка доработана, маятник задний, там под принудительную смазку, я уже говорил, там так сделано так хорошо. Кишки все новые на вилке, абсолютно все новые кишки на маятнике. Боковой упор тоже новый, тоже новенький. Пружина даже он хромированная. Там даже нижний упор тоже пружинки хромированные. Вот это вот железка кронштейн тоже под хром. Ну, как обычно, в принципе, рутина.
как обычно. Вот, получилась очень хорошая игрушка. Ну, очень хорошая игрушка получилась. Сиденье новое. Новье. Заднее крыло тоже новое. Вот. Стопник родной, чехословацкий остался. Ну, поворотники новые, это я уже говорил. Ну, очень много новых деталей. На нем очень много деталей. Но мотоцикл был ушатанный. Сильно был ушатанный. Ну вот получилась вот такая игрушечка. Даже вот эти вот колечки. И то новые, хромированные. Ну, тоже хромировано. Тут такие чашечки идут. Есть оригинальные такие, как прессованные. Но я точил. Мне токарь выточил такие толстостенную и сюда поставил. Подушечки новые тоже тут все. Под подушками я еще шайбу одну резиновую добавил. Лампочки установлены LED. Подсветка на спидометре, на тахометре. Подсветка и еще лампочки установлены LED. Ну, на, скажем, на контрольке только на поворотниках спиралька. Все эти ледовские лампочки. Это все LED. Поворотники передние тоже ледовские, задние спиральные. Вот этот ледовская передняя. Сзади я ставлю спиральную. Ну и на заднем фонаре также. Тормозная спиральная, подсветка габаритная ледовская. Вот примерно, что получилось. Ну, сейчас я его выгоню на улицу, заведу, прогрею. Ну и посмотрим, как говорится, посмотрим и понюхаем, порадуемся. И поеду потом на техосмотр. Продолжение следует. Работаем дальше. Готово. На улицу выгнал, пофотографировал. На солнышке. Фотки должны быть хорошие. Завел, послушал, понюхал, порадовался. Ну вот она такая красавица. На солнышке, конечно, вид совсем другой. Все блестит, аж жуть. Ну, хром, конечно, красоту дает обалденную. Но все блестит. Кстати, вот такая модель у меня будет на реализацию. Со всеми возможными авторскими и уникальными доработками. Так что вот семеру я буду делать на реализацию. Семера, юбилейка и скандинавская старуха. Что такое скандинавская? Это значит белого цвета. Вот эти три мотоцикла у меня будут на реализацию. Вот. Тут я еще забыл добавить. Крышечка тоже вот эта новая. И доработанная. Серединка выгнута. Крышка не по модели, это старушачья крышка, не было в наличии на месте. Вот по три подшипника в колесе установлено, четко по три подшипника. Тут даже есть вот такая центровочная втулочка, которая центрует пружину. Даже она захромированная тоже. Сальники новые. Ну, это тут видно. Гаечки все декоративные. Вот, про коробку фильтра забыл сказать. Коробку фильтра тоже надо было реставрировать. Здесь на коробке тоже втулка установлена с кантиком, чтобы четко можно было все зажать, чтобы не пыль, не пылинки. И под крышку воздушного фильтра была резьба обломана, но там тоже есть процедура, как я все это дорабатываю. В моих соцсетях, там в сервисной книжке можно это увидеть. Краник новый, тоже доработанный, потому что нового краника положение вниз это резерв, а вверх это подачка. Вот надо переделать, чтобы вверх был резерв, а вниз подачка. Тоже краник доработанный. Ну, как бы вот так все это выглядит. Фильтр, шлангик новый. Ну да, при свете солнца совсем другая картинка. Так что вот такой вот экземпляр будет на реализацию. Пишите, звоните.
семеро, вот один в один будет. Вот так вот сзади выглядит. Резина, отражатель. Ну вот такая вот игрушечка. Так, ну надо, наверное, заводиться. Заводиться и слушать. Включаем. Ну, мотор еще не прогретый, но работает просто обалденно. Организация тоже неплохая, даже очень. Главное, чтобы глушители не гремят. Я там заварил так все конкретно. Я потом сервисную книжку вытяну. Эти глушители на две прокладки. Не на три, а на две. Зажигание установлено уже по новому мануалу. А не по старому. Ну, так вот все сделано. Вот такая игрушечка. Как мне нравятся хорошие вещи. Вот еще один шедевр из моих стапелей. Еще один шедевр из моих стапелей. Очень дорогая игрушка. Ну, очень дорогая. Мотор просто шепчет. Просто шепчет. Свечи Денсо стоит. Силиконовые колпачки. Проводка новая, сам устанавливал. Так, ну что, надо собираться и ехать на техосмотр. Работаем дальше. Продолжение следует. Ну вот, приехал на техосмотр. Следующая моя очередь. Вот, и будем посмотреть, что у нас получится. Так что вот я уже на техосмотре. Будем ждать своей очереди. Надо пропустить очередь, дождаться инспектора, который управляет мотоциклом. Вот, встал в сторонку. Сейчас вот буду ждать инспектора, который именно управляет мотоциклом. Тут таких, походу, только два человека. Будем ждать. Будем ждать. Ну, делает сверку номеров, проверяет конструкцию, чтобы ничего не шевелилось, нигде ничего. Сверка номеров уже произошла. Покрышки смотрит, да, год покрышек. Фару уже проверили, поворотники проверили, тормоза, ну, электричество уже все проверили. Да. Сейчас вот визуальный вид и сверка номеров. И сейчас погонит на ролики, будет проверять тормоза. Вот тут такие вот ролики специальные. Вот сюда загоняются и проверяются тормоза. Заводи. Сигнал проверили, все работает. Свет проверили, все проверили. Вот, на ролике передние тормоза проверять сейчас буду. О, аж выкидывает. Классно.
сейчас задние тормоза. Так, и задние тоже. Так, сбросил будильник по нулям. Тормоза работают, все красиво. Поехали. Поехали. Ну вот, все произошло. Тут у меня группа поддержки. Ребята приехали. Сейчас прокатимся, кружочек на километров 150 сделаем. Надо протестировать мотоцикл. Сейчас мне принесут технический талон. И все. Дорога открывается для меня, и я поехал. Сегодня погода просто обалдеть. Ну, градусов, наверное, 30. Ну вот, так что вот. Нехорошо, конечно, в такую погоду обкатывать. Ну, по чуть-чуть на 60 поедем. Так, ждем инспектора с техническим талоном. Ну вот, все, талон получил, все произошло. Полноценный мотоцикл может ехать по дорогам Латвии и не только. На 2 года техосмотр дается. На 2 года. Так что техосмотр прошел без каких-то нареканий. Вот. Ну где-то так. Сейчас надо проехать. Я думаю, километров 100-150 я проеду. Ну и будем снимать дальше. Продолжение следует. Ждем. Ну вот. Первые 50 километров удачно проехали. Первые 50 километров легко, со скоростью 65-60. Город Масловца. Вот сейчас находимся в городе Масловца. Это где-то примерно 50 километров от Валмеры. Так что процесс происходит, все происходит. Сейчас поедем дальше. Поедем в город Руино, ну потом уже с Руино на Валмеру обратно. Первые 50 километров удачно. Хорошая погода, езда с наслаждением. Едем дальше. Вот, подъехали уже к границе города Руино. Город Руино. Так, вот, еще в копилке 25 километров. Ну, вот там уже Руино. Сейчас мы в город заедем. Постоим чуть-чуть и поедем дальше. Заехали в город Руино, в центр. Пока в центр города. Поставили мотоциклы так красиво. Троечка. Две люксы и семера. Вот. Ну, скажем так, первые 80 километров проехано очень удачно. Ну, очень удачно. Хорошая погода, легкая езда. Сейчас зайдем в магазин, что-нибудь купим, перекусим и поедем дальше. Но до Валмеры 50 километров. Поехали. Вот я уже и в Валмере. Вот уже в Валмере приехал. Еще 45 километров в копилочку. Так что сейчас поеду в гараж, ну и сниму конечный результат. Я уже обратно, почти дома. Поехали дальше. Ну вот, я на месте у родных стапелей. Приехал в гараж. Вот, ну какая удачная поездка. Погода сегодня под тридцатник где-то. Ну так четко покатались втроем. Обалдеть. Протестировал мотоцикл. Первые 127 километров. Спидометр показывает 131. Но 4 у меня было тест. Тест спидометра. 127 километров. Ну просто обалдеть. Нарадоваться не могу. Ехай и ехай себе на радость. Вот. Глушители чуть-чуть начало подкакивать с одного. Один так какает, второй как бы не особо. Ну вот. Сейчас можно завести сразу под шумок. Синхронность хорошая, обалденная синхронность. Ух, просто ух. Как мне нравятся хорошие вещи.
шепчет, просто шепчет. Первые 127 километров, но с такой радостью, ой. Погода, конечно, удалась сегодня. Ну вот, еще один шедевр из моих стапелей. Вот, еще один шедевр из моих стапелей. Ну, как бы все, история этого мотоцикла закончилась, реставрация готова. Реставрация очень серьезная, тут очень серьезная реставрация на этом мотоцикле. Так что я, наверное, как бы и закругляюсь. На этом как бы и все. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность может перенести только серьезные обстоятельства, а не диванная причина. Пишите, звоните, я доступен. Я доступен абсолютно для всех, кроме тех, кто не оценил моего доверия или попытался мне нахамить или нагадить. Я от таких особо одаренных людей целенаправленно самоудаляюсь. Это без меня. Вот, семерочка, просто бомба. Просто бомба. Но на этом как бы и все. Следите за информацией и оцените это видео. Ну, очень оцените. Буду вам всем признателен. Вместе с вами Георгий, учебный канал Ретро Ява. Всем пока!